Весной 2024-го в сети состоялась премьера сериала «Артист большой дороги». Это картина от режиссера Дмитрия Грибанова, главные роли которой исполнили Юрий Стоянов, Филипп Бледный, Анна Глабова, Арина Савастьянова и другие. По сюжету, всю жизнь Николай Иванович по кличке «Артист» промышляет воровством. Перед третьим сроком он с подельником Петровичем решает поживиться бриллиантами. На месте Петровичу становится плохо, и он умирает от сердечного приступа. Но артист не смог оставить тело друга. Спустя 8 лет он выходит на волю, чтобы завязать с воровством. Для этого ему нужно совершить последнее дело. Продолжение. Многосерийная комедия «Артист большой дороги», а точнее второй сезон, выйдет весной 2025 года, а точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.